Привет. Если говорить честно, то просматривая вот свои материалы на блоге на этом, я очень хорошо осознаю, что вряд ли там что-нибудь есть новое, что-то такое необыкновенное, совершенно диковинное, никем не изведанное ранее и придуманное мной. Все старо как мир. Общеизвестные вещи. Просто они как-то пропущены через мою сущность и как-то высказаны каким-то моим присущим только мне способом. Больше ничего. Поэтому я не претендую на что-то такое сверхординарное. Но хочу вам сказать вот какую вещь. Основные истины должны повторяться в разных вариациях, разными людьми, в разных...